Друзья, я забыл вас предупредить о том, что как только вы слышите этот трек, это значит появляюсь я, а мне очень приятно выходить под аплодисменты, потому что ваши аплодисменты, опять же, это знак, что вам все нравится. Здорово, друзья, сейчас я хочу, чтобы вы приготовили ладошки, потому что мы должны максимально громко похлопать, потому что мы сейчас будем встречать с вами виновника, да, торжества, не человека, а как бы штуку, которая не может обойтись ни одна свадьба, без которой не может обойтись ни одна свадьба, друзья. Встречайте, Его Величество торт, давайте похлопаем! Друзья, это торт, тот самый главный торт, который мы вечерком с вами попробуем. Не просто так мы предложили, решили сделать большой столик, да, потому что он заполнится всякими вкусностями, капкейками. Вот, но главный торт уже внесен. Да, через несколько мгновений весь столик у нас заполнится, получается, капкейками вкусными, да, вот, и можно будет в течение вечера с ним фотографироваться, как бы. Ну, давайте еще раз похлопаем этому всему, потому что торт действительно, действительно хороший, хороший, классный торт. Глаза себе выпей, а? Ребят, хорош. Драку, да, гранатолик. Кто-нибудь? Друзья, ну какая свадьба без драки? Лучше она будет запланированной, да? Лучше в ней будут участвовать профессионалы! Давайте похлопаем каскадеры, самые настоящие, яркие, наши друзья, которые с удовольствием согласились разыграть. Слушайте, ну прямо я останавливал, ребят. Прямо тихо. Это было очень круто. Еще раз давайте похлопаем. Максимальное количество адреналина в крови. Я благодарю Дмитрия Бакунина. Это самый главный наш каскадер в Ярославле, который Арнольд Шварценеггер работает под него. Это на самом деле так. Что запомнить на свадьбе? На свадьбе запомнится драка. Я прям напугался. Да, конечно, пожалуйста. Алексей, я просто извиняюсь, ну кого переходим. Но самое главное, когда произошла такая ситуация, ну то есть все в шоке были. И думаете, кто встал из этого зала? Семья Шишкины только встала на защиту этой свадьбы. Вот они, герои. Говорят, ну кто тут, давай. Опять же, да, в защиту, что не только семья Шишкины. А у нас еще есть молодой человек, богатырь. Николай, я Николая еле-еле, он прямо, вот, я его держал, он шел, а я ехал за ним, как бы, понимаете? Тихо, это все, что я придумал в этот момент. Тихо, пожалуйста. Пожму вам руку, не постеснялись, не побоялись, сразу же решили вступиться, да? Друзья, если вам понравился розыгрыш, да, понравился сюрприз, похлопайте. Здорово. Ну, и, конечно же, продолжаем поздравлять наших ребят, я бы хотел предоставить